Итак, зелененьким выделим расчет суммы константы и коэффициента для интересующего нас предиктора. Причем эта сумма проэкспоненцирована, поскольку регрессия логистическая, чтобы перейти к разам, а не к алгоритмам, надо проэкспоненцировать или пропотенцировать. И, собственно, опять же применяется та же самая формула. Это число делится на единицу плюс это число, исходя из понимания того, что, собственно говоря, прогнозирует регрессия логистическая. Таким образом, можно ввести, опять-таки, произвольный профиль. Здесь главное соблюдать ограничения, поскольку здесь может быть только единицы и ноль. Здесь тоже только единицы и ноль. Здесь, ну, в общем, я, чтобы не запутаться, произвольно подставлю. Везде в основном единицы и ноли, кроме возраста, допустим, 24 года. Допустим, женский пол. Соответственно, допустим, речь будет идти о представителе России, поэтому здесь единичка, здесь нолик для Дании. Вот вроде корректно заполнен произвольный профиль. Рассчитаем для данного профиля. Для этого нужно, во-первых, просуммировать. Эти значения. Вот только не сами эти значения. А произведение этих значений, произведение предикторов на их коэффициенты. Беру сумму, к этой сумме добавляю константу. От этого беру экспоненту, от этого числа